Чикинган добавили хаги-ваги, ребятки! Да, добавили хаги-ваги в Чикинган. Я Китик, ставь на мое видео лайк. Сейчас я вам все покажу. Я уже нахожусь на карте Чало Хаус Зет, потому что его добавили сюда. Я быстро, максимально быстро записываю это видео. Это просто жесть, ребята. С вас 100% лайк, я сейчас вам покажу. Итак, я где-то тут ставил портал, и сейчас я вам все покажу. Вы реально офигеете. Я правда в шоке сейчас, ребятки, это очень страшная пасхалка. Я ставил порталы, смотрите, и сейчас вы все увидите. Я иду вниз, и вы видите, там вдалеке что-то есть. Вы это видите, я вижу 100%, вы видите, что там что-то есть. О, дайте мне успокоиться, я иду наверх. Нам нужно срочно туда попасть, это очень просто, очень легко. Мы здесь можем летать, это офлайн режим. И сейчас я вам покажу, как же его призвать, как туда попасть. Так, спавним здесь мы с вами какую-то, ну, транспорт какой-то. Спавним, например, вот эту вот туалетную машину. И летим туда быстро, максимально быстро летим. И все. Ребятки, это просто жесть. Мне главное вылезти вовремя. Главное вылезти вовремя. Потому что вот, вот здесь вылазим, и посмотрите, вот здесь есть такой проход непонятный. Что там такое? Непонятно, но сейчас вы все увидите. Начинается самое страшное. Идем сюда, ребятки. Мне очень страшно сейчас, потому что здесь написан знак «Запрещено». Фу, ребятки, готовы? Мы прыгаем. Ха! Вы просто будете в шоке, я вам отвечаю. Вы видите? Вы видите? Это хаги-ваги! Это хаги-ваги, ребятки! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я боюсь, честно говоря. Он меня съел. Вы видите, это реально хаги-ваги. Итак, я снова лечу сюда, ребятки, посмотрите. Я лечу к хаги-ваги, черт возьми, это хаги-ваги в Чикинган. Так, давайте посмотрим на него со стороны. Хоп, вот он, хаги-ваги смотрит на меня. Скриньте, ребятки, это просто жесть какая-то. Так, мне бы как-то сделать так, чтобы я пробрался туда аккуратненько. И чтобы все было нормально, ребят. Потому что если я сейчас туда упаду, то он быстренько меня найдет. Я могу упасть только в самом, вон там, с самого верху. А это не очень круто, да? Как вы понимаете. Итак, давайте я снова сюда залетаю и снова туда забегаю. И когда я туда падаю, начинаются страшные звуки, которые реально очень страшные. Итак, я надеюсь, я успею пробежать в лабиринт. Подписывайся на мой канал, ставь этому видео лайк, а также пиши комментарий, ждал ли ты какие-то пасхалки от разработчика. Разраб нас услышал, ребятки. Приятного вам просмотра других видео на моем канале. Еще увидимся.